Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как я вязала вот такой магнитик, бычок, символ 2021 года. Что я использовала? Пряжа Yarnart Jeans, 55% хлопок, 45% полиакрил, номер 07 основной, для мордочки номер 73. И здесь у меня этикеточка, к сожалению, не сохранилась. Это номер 84. Также понадобится немного наполнителя у меня. Это холофайбер. Глазки на безопасном креплении 6 мм. Можно бусинки использовать, можно вышить глазки. Также понадобится 2 крючка. Основное вязание было, я вязала крючком 2 мм. А рожки и ушки я вязала крючком 1,75. Также понадобится магнитик любой, не обязательно такой большой, можно и поменьше, и квадратный, и кругленький подойдет. Ножнички и иголочка, чтобы спрятать кончики. Все, приступим. Вяжем голову. Делаем кольцо амигуруми. Делаем колечко, захватываем нить и закрепляем петлю. В это колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Во втором ряду нам нужно сделать 6 прибавок. Провязываем в первую петлю 2 столбика без накида. 1, 2. Во вторую петлю 2 столбика без накида. В третью 2 столбика без накида. Четвертую 2 столбика. В пятую 2 столбика. И в шестую петлю 2 столбика. У нас получилось 12 столбиков без накида. Третий ряд. Я ставлю маркер для обозначения начала ряда. И вяжем третий ряд. В первую петлю провязываем 1 столбик без накида. Во вторую петлю прибавку 2 столбика без накида. Затем опять 1 столбик. Следующую петлю прибавка 2 столбика. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 петель. Четвертый ряд. Провязываем в первую петлю 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Это только в начале ряда. Затем провязываем 1 столбик, в следующую петлю 1 столбик, а в третью петлю прибавка. И опять также 1 столбик, в следующую петлю 1 столбик, в третью петлю прибавка. И так вяжем до конца ряда 2 столбика прибавка. И в конце ряда у нас останется еще 1 столбик. Сейчас уже довяжу тогда. Прибавка. Два столбика ровно в третью прибавка. И так как мы в начале ряда провязывали 1 столбик прибавка, у нас вот остался в конце ряда еще одна петля, в нее провязываем тоже столбик без накида. Пятый ряд. Будем провязывать 3 столбика ровно. 1, 2, 3. В четвертую петлю прибавка. 2 столбика. И так до конца ряда. 3 столбика ровно, четвертую петлю прибавка. Вот в конце пятого ряда у нас получилось 30 петель. Теперь нужно 3 ряда, 6, 7 и 8 ряд, провязать по 30 столбиков без накида по кругу. Вяжем 3 ряда по 30 столбиков. Я провязала 3 ряда по 30 столбиков.
Теперь нужно прикрепить глазки. Вот смотрим, где у нас было вот это вот колечко, где 6 столбиков без накида. Затем следующий ряд, и между вот, получается, это был первый, между вторым и третьим рядом будем крепить глазки. Так вот я прикрепляю, затем пропускаю 3 дырочки в четвертую, второй глазик. Так вот. Девятый ряд провязываем 3 столбика ровно, 1, 2, 3. Затем делаем убавку за передние стеночки петли. Захватываем первую полупетлю, вторую полупетлю и провязываем столбик без накида. И так далее до конца ряда. 3 столбика ровно. Далее убавка. Первая полупетля, вторая полупетля. И провязываем столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Десятый ряд. Провязываем 2 столбика ровно. 1. В следующую петлю 2. И далее также делаем убавку за передние стеночки петли. И так до конца ряда. 2 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. После 10 ряда нужно наполнить игрушечку. Берем наполнитель. Так вот по бокам распределяем, потому что у нас и придаем сразу форму. У нас должна вот такая вот быть приплюснутая немножко. Вот так вот. Так прям по бокам распределяем. Одиннадцатый ряд. Провязываем 1 столбик и убавка за передние стеночки. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик без накида, убавка. В конце ряда у нас получится 12 петель. Двенадцатый ряд. Провязываем весь ряд убавки. Всего у нас получится 6 убавок. За передние стеночки. 1, сразу же вторую и так далее. Вяжем 6 убавок. Все, провязали 6 убавок. Перниточку чуть подлиннее оставляем, потому что будем еще утяжку глазок этой ниточкой делать. Вытягиваем. Берем иголочку. И соберем все эти 6 петелек за передние стеночки петли. Вот так вот. За переднюю полупетлю. 1, 2, 3, 4, 5,
6 и затягиваем. Все. Теперь сделаем утяжку глазок этой же ниточкой. Протягиваем. Сначала можно где-нибудь вывести вот так, потому что там это крепление глазика мешает. Вот так вот. А теперь с этой стороны поближе к глазу. Вот так вот. Вот. И с этой стороны теперь вводим. И выводим тоже сзади. Вот так вот, чтобы ниточка у нас стала под глазом. И подтягиваем. Так. Теперь возле этого глазика нужно вывести сбоку. И с этой стороны. А выводим сзади. Тоже, чтобы ниточка под глазом была. И подтягиваем. Теперь с этой стороны ниточку можно закрепить и обрезать. Вяжем мордочку. Делаем первую закрепительную петлю. И в нее провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем, начиная со второй петли от крючка, провязываем столбики без накида. 1, следующую петлю, 2, следующую петлю, 3 и 4. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее по второй стороне цепочки провязываем 1 столбик, 2 столбик и 3. В последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Затем ставим маркер и следующий ряд провязываем без изменения. В каждую петлю по одному столбику, всего будет 12 столбиков без накида. Третий ряд. В первую петлю провязываем прибавку, 2 столбика без накида. Затем 3 столбика, 1, 2, 3. Следующую петлю прибавка. Следующую 1 столбик без накида. Следующую петлю прибавка, 2 столбика. Затем 1, 2, 3 столбика ровно. Следующую петлю прибавка. И в последнюю петлю ряда 1 столбик без накида. Далее делаем соединительный столбик. Ниточку оставляем кончик для пришивания. Ниточку обрезаем. Затягиваем. Вот так вот. Пришьем мордочку. Я добавила немного наполнителя. Прикладываем.
Можно приколоть немного иголочкой. Так. Начинаем пришивать. Берем, захватываем одну петельку на голове и одну петельку на мордочке. Затем опять одну петельку на голове, одну на мордочке. И так пришиваем полностью всю мордочку по кругу. Когда останется недошитым небольшое отверстие, можно еще добавить наполнителя и до конца дошить. Берем крючок 1,75 мм. Будем вязать рожки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем. В колечко провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Подтягиваем. Второй ряд провязываем в первую петлю прибавку 2 столбика. Один, сюда же второй. Затем 3 столбика ровно. По одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3. Тянуть. Эту ниточку отрежу, чтобы она не мешала мне. Третий ряд. Один столбик без накида. Следующую прибавка. 2 столбика. 1, 2. Далее 3 столбика ровно. Каждый петлю по одному столбику без накида. 1, 2, 3. Четвертый ряд провязываем 1 столбик. В следующую петлю прибавку 2 столбика. Следующую петлю опять прибавка 2 столбика. Следующую петлю 1 столбик. И до конца ряда у нас остается 2 петли. Делаем убавку за передние стеночки петли. В следующую петлю делаем соединительный столбик. Затем оставляем ниточку для пришивания. Отрезаем и вытягиваем. Все. Вот такой формы рожка. Рог у нас получился. Теперь нужно связать еще одну точно такую же детальку. Вяжем ушки. Ушки я буду вязать тоже крючком 1,75 мм. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем.
провязываем в колечко 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Колечко затягиваем. Вот эту ниточку, которую мы затянули колечко, прокладываем поверх вязания. Второй ряд. В первую петлю провязываем столбик без накида. Во вторую петлю прибавку 2 столбика без накида. В третью петлю опять прибавка 2 столбика без накида. В четвертую 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, провязываем столбик с одним накидом. Опять делаем накид, сюда же провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю опять 2 столбика с одним накидом. 1 и 2 сюда же. В следующую, в шестую петлю провязываем 2 столбика без накида. И в седьмую петлю тоже 2 столбика без накида. Все. Далее делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания. Оттягиваем вот эту ниточку, которую мы прокладывали, обрезаем. Будем вот так вот ее пришивать. Все. Теперь нужно связать еще одно точно такое же ушко. Вышли ноздри. Вводим иголочку где-нибудь сзади. Вводим под одним глазиком вот так вот, потом чуть-чуть вот так в бок и вниз на один ряд, затем с этой стороны и также здесь, и выводим в это же отверстие. Ниточки вот здесь завязываем сзади. И прячем внутри вязания. Так, вот я еще вышила точно так же, как ноздри вышивала брови и белки глаз. Просто ниточку вставляю сзади, сшиваю и ниточку вывожу туда. Теперь пришьем ушки. Отсчитываем от бровей 2 ряда и вот так вот сбоку пришиваем ушко. Продеваем одну петлю, захватываем ушко так вот, и затягиваем. Теперь выводим на одну петельку ниже и вот так, чтобы оно не торчало наверх, вот здесь вот сзади прихватываем одной ниточкой и опять в это же отверстие выводим возле ушка. Вот так вот. И тогда оно уже не будет торчать вверх. Все. Затем ниточку закрепляем здесь и прячем внутри. И второе ушко пришиваем аналогично с этой стороны. Теперь пришьем рожки.
прикладываем рожки, вот где мы делали две прибавки в последнем ряду, оно должно вот так быть в эту сторону, в серединку, чтобы они вот так друг к другу наклонялись, рожки. От ушка отступаем одну петлю, прикладываем и начинаем пришивать. Захватываем также одну петельку на голове и одну петельку на роге. Тягиваем. Вот так смотрим, чтобы он именно вот так вот форма была у него. И все, и вот так вот по кругу пришиваем. Одну так захватываем на голове и одну на роге. Все. И по кругу пришиваем вот так. Все, я пришила оба рога. Все, наш бычок готов. Мне остается только приклеить вот так вот магнитик. Я буду клеить горячим клеем. Все будет готово. Спасибо огромное всем за просмотр, за то, что будете вязать вместе со мной. Не забывайте присылать мне фото ваших игрушечек. Желаю всем ровных петелек и всем пока!